Так, дальше у нас опять о том, что принято считать чарамутием. Ну, слово появилось в 19 веке, чарамутие. Один наш, как его называют, маргинальный историк, первый, наверное, написал труды о том, как видоизменяются языки. Переходят из одного в другой, и люди перестают понимать друг друга. Слово «Москва». Наши ученые, я насчитал, сейчас даже трудно вспомнить, сколько же у нас было версий. Ну, где-то не менее 18 версий происхождения слова «Москва». Никто не знает. Ученые только гадают, выдвигают версии. Но, причем иногда самые дикие. На самом деле, если пользоваться элементарной логикой, взять название в других языках, как называется наша столица, и мы приходим к поразительному совершенно открытию. Как называется храм у мусульман? Мечеть, правильно, мечеть. И вот, допустим, венгры ее говорят почти как мы, мечеть. А эстонцы как говорят? Странно, на что похоже Моше, Моисей? Так какое отношение мечеть, Моисей ко всему это имеет? На арабском это масджид, на немецком опять Моше, на японском, даже на японском мусуку, да? На латыни читаем мечеть. Москву. И тут начинается прозрение у всех ученых, которые не только запоминают и учат, а которые еще и пытаются думать. Действительно, почти во всех языках мосуку или моску, Москве и так далее. На всех языках это означает одно – мечеть. Но мечеть – это не обязательно магометанский храм, а храм вообще. А мы как сейчас Москву называем до сих пор? Москва, звонят колокола. То есть Москва – город храма. И так было всегда. В Москве очень много культовых учреждений, сооружений, именно храмов. И, конечно же, она не могла не иметь прозвище такого, что это город мечети. Почему мечети? Да я не сомневаюсь в том, что мечеть – это сейчас их называют только магометанскими. Раньше они наверняка мечетями назывались все храмы. Потому что это все-таки язык интернациональный, международный, и все этим пользуются. Даже при том, что я допускаю мысль, что Москва вообще была исключительно магометанским городом. Почему? Посмотрим на устройство церквей. Любая христианская церковь средневековая устроена абсолютно одинаково. Это здание, у которого есть колокол. Любая мечеть того же времени выглядит точно так же. Это здание рядом колокольня, только не колокольня, а минарет. Всегда башня, только у магометан там мула кричит или муэдзин, а у христиан там колокол висит. Больше разницы никакой. Купола, у магометан они просто изображают золотое яйцо, а русские христиане придумали отличие. Они взяли к этому яйцу, добавили еще мак, такой приливчик сверху. Вот шламок такой, вот как мы видим. Все. Стоит ли нам теперь из-за этого переживать, что наши предки, возможно, были магометанами? Я думаю, что никаких оснований для этого нет. Никто ж там где-нибудь, в Исламабаде или в Багдаде, никто же не переживает по поводу того, что их предки были магометанами. Так и нам тоже нет смысла об этом переживать. И вообще-то подтверждений там достаточно много. И я покажу. Здесь эта гравюра, она входит в целый цикл собрания картинок, которые было в приложении
воспоминания одного путешественника, который путешествовал по территории Великой Тартарии, и то, что видел, зарисовывал. Потом на основе этих зарисовок, ну, тогда плохо работали, они нет, Тартарию вообще не снимали, не получалось. И каким-нибудь там угольком там, или чем-то наброски делали, а потом на их основании сделали гравюры. Вот эти вот гравюры, они известны во всем мире, они везде есть. Это Тартария. Какая Тартария, если тут пальмы нарисованы? Видите, да? Так вот, оказывается, что надо учитывать не только изменение языка и географических названий, но изменение климата тоже нужно учитывать. Даже вот на протяжении нашей с вами жизни мы видим очень серьезные изменения. Если 40 лет назад вы все в Эстонии бегали в валенках по сугробам, сейчас это огромная редкость, потому что у вас теперь даже шапок зимних ни у кого нет. Потому что Прибалтики не стало такой зимы, чтобы морозы были. Слякоть, дождь, это нормально. Но в нашем детстве, 40 лет назад, там 50 лет назад, были зимы. Куда они делись? Может, и климат меняется. Сейчас мы были на Тамане, нам то же самое говорят, что именно на Таманском полуострове очень сильно изменился климат за последние там, 30-40 лет. Раньше было лучше, раньше было там теплее. Здесь у нас наоборот, раньше было холодно, сейчас стало теплее. Кому как? Ну, то есть в зависимости от оценочного суждения того, кто его выдвигает. И когда мы пользуемся документами, относящимися вот именно к времени существования Великой Тартарии, мы находим очень много странностей. Допустим, что охотились на кабанов на крайнем севере. А сегодня, как нам известно, кабаны на севере не живут. Значит, что? Либо кабаны стали другие, либо климат стал другой. И очевидно, что на севере будет другой климат. Там, где сейчас тундра, копни немного грунт и в мерзлоте мы встречаем вместе с мамонтами вполне южные растения, персики, абрикосы. То есть раньше на побережье Ледовитого океана, или как он там назывался, Тартарское море или Скифское море в разных источниках, был очень мягкий, почти тропический климат. Там персики росли. Значит, и все остальное нам автоматически надо пересматривать. И животный мир тоже. Потому что слоны, Россия, родина слонов, это не шутка, это реальность. Потому что на территории России было очень много слонов. Но когда мы начинаем выяснять, что за слоны такие, приходит единственное одно правильное решение, что слонами называли мамонт. Потому что они все-таки шерстистые были, эти слоны. И мы встречаем в свидетельстве голландского путешественника из Брандес. И он пишет, что пишет, знаете кому? Царевичу Петру и царевичу Ивану. Царевич Петр потом якобы стал Петром Великим. Так вот, они из Сибири, этот из Брандес из Сибири пишет Петру, что мужики местные говорят, что недавно вот пришла волна, закрутила всех слонов вместе с деревьями, бревнами, с грунтом, утянуло в болото, и там в болотах они замерзли, и из-за этого они не воняют. О чем речь? Сегодня мы в мерзлоте достаем исключительно мамонта. И там же из Брандес дает пояснение, что у слонов, у сибирских, большие очень клыки, и от того, что они большие и тяжелые, головы у них другие, по-другому заделаны в голову вот эти клыки. То есть, очевидно, речь идет о мамонтах. Значит, наши ученые что-то напутали, когда сказали, что мамонты вымерли там 30 тысяч лет назад. Что-то не так. Вот. И мы там подтверждение находим очень много. Допустим, у хана Хубилая, у которого гостил известный путешественник Марко Поло, а Марко Поло писал о Катае, а не о Китае. Понимаете, как фальсификация происходит? Он писал о Катае. Мы знаем, где был у нас Катай. Это была Сибирь. А сегодня Китаем называется другая страна. И переводчики уже говорят, что Марко Поло был в Китае. Так вот,
когда он был в Катае, он там 7 лет прожил при дворе хана Кубилая, он там видел на зеленой горке целое стадо слонов. Они у них были как в зоопарке для развлечений. А где-то их использовали даже в хозяйстве, как тягловую силу. Ну, в основном в Тартарии транспортом были валы, быки такие большие, которые очень большие тяжести могли долго тянуть. Есть упоминания о теплолюбивых фруктах, ну вот опять же, персика, абрикосы, пальмы росли повсюду, бамбук был очень распространен. Кстати говоря, я так понимаю, что первую бумагу начали делать именно из бамбука. Или какого-то другого вида тростника, вот, который был в основном на востоке рос. Мы встречаем упоминание о том, что одежда в Тартарии часто была из кожи рыбы, то есть из рыб, из нерпы и моржа. Но очевидно, что это совсем не Катай. Да? Вот. Ну, тут же мы обнаруживаем массу других вещей. Нам говорят о примитивном каком-то прошлом, когда греки там типа ваяли Аполлона из мрамора, в это же самое время в России люди в лаптях жили, в ямах сидели. Но тогда откуда взялось вот это все? Ведь это же никто не привез. Это все находится в основном в Сибири. Это серебро с позолотом. Это просто один из примеров того, что официально признано, то, что находится в музее, можете сами посмотреть, это, по-моему, Ханты-Мансийский музей краеведческий. Там это все есть, там множество изделий вот таких высокохудожественных, которые относятся к тому периоду, когда якобы там ледники находились, а это до сих пор все находится. Вот. Естественно, что кроме культуры и ремесел произошло еще много различных перемен, часть из которых мы до сих пор используем, даже не задумываясь. Например, когда приезжают к нам гости просвещенные иностранцы, вот культурные такие просвещенные, высокоразвитые, они спрашивают, а что это у вас такое? В дом приходите, снимаете обувь в тапочках, пошли дальше. Это не культурно. Они говорят, культурно прийти в грязных сапогах с улицы и в этих же сапогах ходить по дому. А вы, говорит, русские, дикари в тапочке переобуваетесь. А кто дикарь? Мы приходим в дом, грязная обувь. Ну как грязная, условно, конечно. Мы же не ходим там по колено в грязи. Мы просто уличную обувь мы снимаем на пороге и дальше ходим в комнатную, чтобы было чисто. Это же здоровье в первую очередь. Оказывается, Марко Поло, когда описывает Тартарию, говорит, это одно из первых, что его удивило, что люди, входя в дом, перебываются. Это очень древний тартарский обычай, который сохранился до наших дней и у нас с вами. Простая такая вещь, которая тоже очень удивила Гильома де Рубрука. Все, о чем я говорю, это все вот, вот в этой книжке есть. Вот это малая энциклопедия Большой Тартарии. Здесь описано гораздо больше того, что я скажу. Их три книжки. Вот. Когда он увидел, что два тартарина встречаются и друг другу руки пожимают, Рубрук чуть в обморок не упал. Что это такое? Для него это было открытие. Непонятно, как. Выяснилось, что это очень древний обычай, означающий, что человек доверяет друг другу и не боится заразиться ничем. Таким образом, показывает, что ты свой. Сегодня весь мир здоровается за руку и думает, что это достижение Римской империи. Ничего подобного. Это все продиктовано исключительно знаниями того народа об основах гигиены. Эти знания, о них можно отдельно эту книжку писать уже, потому что мы реально об этом очень много знаем. Мы очень много теперь знаем о кулинарии того времени. Мы знаем, что спиртные напитки вошли в обиход не просто так, и что все любили там выпивать, а потому что воды
пригодные для питья, в какое-то время на нашем континенте почти что не осталось. Вода стала горькой и отравленной. То есть понимаем, что речь идет о соленой воде. Это после потопа. Тогда люди вынуждены стали делать спиртные напитки. В основном это легкий алкогольный напиток, который сегодня у нас в основном употребляют в Средней Азии или вот в Татарстане, Башкирии. Это кумыс. На самом деле кумыс назывался не кумыс. Кумыс — это уже искаженное слово. Изначально в книгах путешественников его называют космос. Космос — это не греческое слово, это слово из Тартарии. Это действительно древнее могульское слово «космос». Был черный космос и белый космос. Но это уже как бы особенности технологии его производства. Пиво точно так же. А еще было вино, которое называлось горячим. Горячее вино – это то, что мы сегодня называем водкой или джином, там, или виски. То есть это когда перегоняли пиво или вино, перегоняли в спирт, потом его хранили в каких-либо сосудах, бочках, чаще всего деревянных. Вот отсюда и появились крепкие спиртные напитки, которые мы сегодня знаем. Так это было продиктовано тем, что в походе солдатам, например, запрещено было пить воду из местных источников. А нести с собой воду далеко, чтобы она хранилась, тоже невозможно. Поэтому перевозили с собой питье в виде вот, бурдюка и в виде слабоалкогольных напитков. Они не портились. Вот и все. Ну, не портились. Конечно, пиво нельзя было далеко нести. А горячую воду вполне. То есть крепкий спиртной напиток. Что потом было принято на вооружение уже европейскими солдатами и мореплавателями. Потому что невозможно было взять с собой столько пресной воды, чтобы вот ее запас хватило полностью. И всегда резервный запас был в виде крепких напитков, таких как ром. Именно сегодня мы знаем, что морские волки, они все любители крепкого рома. Да, это дезинфекция в первую очередь. Это лекарственное средство и первейший источник влаги, чтобы человек не погиб от жажды, когда нет пресной воды. Ну, о соусе тартар, наверное, нет смысла даже и говорить, правда? Весь мир знает соус тартар. Все едят тартар, но говорят, что тартарии не было. Все знают, что такое тартаретки, да? Но нет, это вот блюдо, вот, это просто совпадение. Случайно вот, буквы так сложились, тартаретки, но это не так. На самом деле даже французское слово торт, оно родом из Тартарии. Потому что это торт, это исключительно тартарское блюдо. Оно описано, опять же, путешественниками. Знаете, как оно делалось? Оно делалось так. Выпекались блины, складывались стопкой и между собой промазывались медом. Это было ритуальное блюдо, которое подготавливали исключительно там, на большие праздники, когда славили солнце. Это символ солнца. Тартаретка или тарт. Это блины с медом символизировали день летнего солнцестояния, когда выходит нечисть, русалки появляются, лешие, домовые там видны становятся. И в это же время солнечный бог Ярила отдает бразды правления небесной колесницы солнцем своему старшему брату Дашбогу. Вот что такое настоящий торт. Но в Европе с медом были проблемы. И они придумали не блины, а толстые такие коржи, которые перемазывали джемом, сделанным из слив или яблок. Вот так появился торт. Мороженое. Вы знаете, кто откуда взял? Марко Поло, когда был у нас на севере, у хана Кубилая, увидел удивительную такую вещь. Оказывается, катайцы, ну, именно не китайцы, а катайцы, в Сибири, они брали, замораживали на морозе клюквенный, брусничный там или еще какой-то сок, перемешанный с молоком. И это очень вкусно. И вот он приехал и начал рассказывать у себя в Европе о том, что там тартары сумасшедшие делают. Такая вкуснятина, замораживают лед, и он такой вкусный, ему говорят, что с ума сошел, даже нельзя же есть, а заболеешь, там простудишься. Да нет, это правда вкусно.
И сейчас даже в официальных книжках пишут, что Марко Поло посмотрел «Секрет приготовления мороженого». У кого? У китайцев. Но мы же знаем, что Китая никакого не было. Был Катай. А Катай — это не Хина. Ты прав, Хина. Там жарко, там сделать, додуматься до того, чтобы молоко с фруктами замораживать. Просто это невозможно. Это возможно там, где климат это позволяет. А климат такой только в Сибири, больше нигде. Вот откуда было мороженое. Еще очень много я могу говорить по поводу именно кухни. Прям хочется об этом книгу отдельно. Еще очень интересные такие вещи, как баня. Баня — это тоже достижение Лига Тартарии. Потому что в Европе только очень богатые люди, они позволяли себе мыться. И то до тех пор, пока они не стали все сплошь христианами. Потому что христианство вообще осуждало и запрещало мытье в бане, тем более вместе с женщиной в одной бане. Сейчас можете представить, что мы лишились такого удовольствия пойти с женой в баню попариться. А у них вот так вот запрещают. Сторожа, вы знаете, что это тоже достижение Тартарии. Потому что много путешественников описывали то, что они удивились, как так. Там никто ничего не ворует практически, потому что всю ночь ходят по улицам специальные мужчины и стучат колотушки. Они ходят и значит, не стучат. Все воры знают, что сторожа ходят, охраняют, сюда нельзя подходить. Это тоже оттуда. Потом, правда, колотушки сменились на свистки. Если помните, наши дворники до самой революции, до тех пор, пока Российская империя не распалась, дворники, они были, по сути дела, полицейскими. У них была бляха на груди с номером, как жетон полицейского. У них был свисток, и они по ночам охраняли покой мирных граждан, точно так же, как это было в многие века Великой Тартарии. Только они свистками уже подавали сигналы друг другу. Но еще одним из таких вот великих культурных достижений, я все-таки считаю, то, что у нас очень терпимо было отношение к иноверцам, к другим религиям. Все сплошь практически были язычниками. Об этом пишут все путешественники. Но они отмечают, что несмотря на то, что все ханы и князья, они все язычники, но никто не чинит препятствий, чтобы строить церкви. Спокойно развивалось христианство в виде той ветви, которая сейчас запрещена. Это несторианцы. Вот несторианские кресты до сих пор находят по всей Сибири, в Китае. Там, потому что людей мало. Здесь их все уничтожили. У нас тут все кресты переделали. Иногда, если находят каменный крест несторианский, говорят, о, это привезли там итальянские путешественники. Но это неправда. Несторианство было развито на Руси. Так же, как и магометанство. Магометан тоже было много. Но самая главная религия на северо-западе, в нашем регионе, где мы сейчас находимся, вы не поверите, но это было солнцепоклонничество. Которое солнцепоклонничеством называли благую веру. Благая вера — это сегодня известно как зороастризм. То есть пророк Заратустра вывел лучших членов общества из Бактрии. Бактрия — это страна, которая сегодня на территории Узбекистана и Киргизии, на юге. А сам Заратустра был родом из Гданьска. То есть он сам балтийский славянин, с Южной Балтии. Как он попал в Бактрию, мы не знаем, но мы знаем, что написано в книгах Авесты и в ее вариациях. Ну, Авесты — несколько книг. Но это вот главная книга, как Библия для христиан, так и Авеста для зороастрийцев. Там сказано, что пророк Заратустра не дожил до того дня, когда люди уйдут из Бактрии на его родину. Но его ученики сделали все, как он сказал. Они взяли лучший скот, лучшие растения и ушли жить на Балтику. Поэтому князь Александр Невский, он до сих пор на всех иконах изображен благоверный. Когда мы подходим к священникам, спрашиваем, что значит благоверный. Ведь все христианские святые, либо великомученики, либо апостолы, либо еще там по рангам, да, распределяются. А что такое благоверный? Никто честную правду вам не скажет. Потому что благоверными называли представители особой религии, благой веры. А благая вера — это была религия Заратустры.
где поклонялись огню. И наши князья, военачальники Борис, Глеб, Александр Невский, Юрий Смоленский, они признаны святыми церковью. Они все до сих пор так и называются благоверные, потому что они были огнепоклонники. Вот, сейчас я предлагаю сюда.